Мне прислали Пандору от неизвестного человека. Такого мне еще никогда не присылали. Итак, собака моя уже туда лезет. Здесь очень много всего. Господи, что случилось? Всем привет, я Элли Ди, со мной моя собака Джина, и сегодня распаковка посылок от подписчиков. Подписывайся на мой канал, а мы начинаем. У меня очень много скопилось посылок от подписчиков, поэтому я буду публиковать распаковки и на лайв-канале, и на моем канале о питомцах. У меня же два канала. Поэтому вы можете, когда посылаете мне посылочку, а адрес есть в описании под этим видео, в поле «Кому» писать в скобочках «Какой канал». То есть пометочку такую делать, я буду понимать, на каком канале распаковывать все посылки, потому что попадают в видео. Мне в распаковке будет помогать Джина, потому что она очень любит распаковки, она все нюхает, исследует. Я буду пытаться определить сначала до вскрытия, что же там внутри, а потом мы посмотрим, угадаю ли я хоть что-нибудь. Итак, первая посылочка у меня от Щербаковой Ксении из города Одинцово. Ксения, привет! Вот твоя посылочка у меня на столе. Вот такая коробка, давайте я ее потрясу, попробую угадать, что там. Там все очень перемещается, ребята. Что-то звенит, мне кажется, это какие-то подарки Джинни, потому что всем нравится моя собака. Шабакин. Сейчас тебе тоже будут подарки, наверное, Джин. Мне кажется, там что-то для Джины и еще что-то, наверное, для меня. Наконец-то я смогла открыть. Открываем и смотрим. Джина тут все уже выясняет сама. Во-первых, Джинни пришла игрушка. Джин, ты, блин, счастливая собака. Во-вторых, для Джины еще и вкусняшки. Ой, Джина, подожди. Давай сейчас я тебе оторву этикетку. Письмо от Ксюши, которое говорит о том, что она живет в Москве и смотрит год. Вот так вот, так давно меня смотрит. Еще у нее тоже есть питомцы. И еще здесь есть рисуночек для меня. И на нем я. Спасибо большое, идем дальше. И следующая у меня посылочка от Гавриловой, кажется, Г.А. Ну, не знаю. Давайте же я попробую угадать, что там. Там что-то такое завернуто, что-то плоское такое длинное. Не знаю, может быть, чего-то там какой-то пластиковый тонкий упаковка. Как вам такое? Это называется передача «Устами младенца». Пластиковая длинная упаковка. Что же это? Это папка, ребят. Здесь меня ждет чехольчик для телефона. Прикольно. А там у меня внутри ждет... Посмотрите, сколько всяких цацок интересных. Разные наклеечки для оформления личного дневника и не только. И помимо этого здесь еще ждет... Джину ошейник смирения. На Джину сейчас ошейник от блока клещей, поэтому такой я одеваю только на прогулку. Еще рисуночки я вижу. Рисуночек раз, это Элиди. Это лебедь. От Юли написано. И еще есть загадки разные. Задания для меня. Это на досуге. Все понятно. И... Где же письмо? Где же... Вот подписчица, во-первых, моя. Я так понимаю, это фотография. Это Юля. Юля, привет. Есть брелочек кошечка вот такой прикольный. Маленький медвежонок. Браслет из резины. А здесь, короче, это посылка от двух подписчиц. От Юли и от Даши, я поняла. Вот это рисунки уже пошли от Даши. Вот так вот. Джина, похоже. Это я. Прикольно. И вот, собственно говоря, Даша. Здесь тоже от Даши есть интересности в виде браслетиков. Даша из города Альметьевск. И Юля тоже из города Альметьевск. У всех есть животные, все смотрят канал, очень меня любят. Обе подписаны на оба канала. Это что за звук? Это что было? Даша и Юля, большой вам привет, спасибо за посылку, а мы идем дальше. Ну а теперь несколько писем. Так как письма читать очень долго, я их распаковываю и читаю в моем инстаграме, так что ссылки на инстаграм в описании под этим видео, ждите там ролик о письмах, а видео сейчас я передам привет тем, кто отправлял мне письма. Подписчица Диана, адрес не указан, большой привет. Абдулина Ангелина, Казань, привет. Рафаэль, город Оренбург, привет. Вика Сергеев Посад, привет. Абамасова Юлия, город Орел, большой привет. К письмам еще вернемся, а давайте теперь продолжим распаковку посылок. Следующая посылочка у нас вот такая большая. Не знаю, видно меня за ней или как. Гюлер Надежда в скобочках Даниэла.
Угу, город Москва. О, сейчас узнаем, кто же там, что у нас внутри ждет. Что-то есть воздушное такое, мягкое, мне кажется. Что-то сыпучее есть. Такое типа, может быть, бисера или каких-то таких штучек. Давайте же открою. Что-то как-то сложно открывается. Ой, Анжинка, нюхай, что там? А, здесь это для, так скажем, защиты. И здесь у нас... О-о-о! Ой! Ой! Так, сейчас будем смотреть. Игрушечка собачка здесь есть вот такая. Также я нашла, что меня очень удивило. Целый пакет конфет. Ребята, ну все. Также есть собачьи конфеты, вкусняшки для Джины, да. Так, здесь у нас есть письмо. Просит меня, значит, снять видео вопрос-ответ. Я подумаю над вашим предложением, если вам это интересно. Пишите в комментариях тоже, поддерживайте идеи интересные. Также было очень много здесь вопросов по поводу того, как я снимаю, и в какие игры я играю, например. Слушайте, может быть, мне реально какое-то отдельное видео снять на эти темы. Вы, кстати, можете предлагать интересные темы для видео в комментариях под этим видео и просить других ребят проголосовать за них, чтобы комментарии поднимались в топ. Таким образом, я увижу, что вам нравится и хочется видеть больше всего на канале. И здесь есть письмо, в котором подписчица рассказывает о себе. Ее зовут Даниэла, ей 10 лет, она учится в китайской школе. Ничего себе, это как так? Смотрит два канала моих. Так, и ждет очень, когда через 2 года они заведут собаку. Вот так вот. Так что жди, Даниэла, все сбывается. Главное идти к своим целям. Очень приятно. Здесь меня ждет сюрприз в виде резинки-пружинки классного цвета. Это мой любимый цвет. Дальше у нас идет конвертик, очень красиво оформленный, смотрите, на котором написано «Наклейки!». И да, здесь очень много наклеек с разными животными, прикольных таких, как стикеры. Классные, спасибо большое, я ими буду украшать. Дальше еще здесь есть конвертик, также красиво оформленный, с подписью «Закладка». Закладка в виде панды, очень прикольно, спасибо. Джин, а что в этой коробочке? Ты же даже не посмотрела. Давай засунь нос, посмотри, что же здесь. О, Джина, что же здесь такое? Но это тут не для Джины. О, какая красивая поделка, слушайте, из ракушек вот такой красивый лебедь. Очень здорово, Даниэла, большой тебе привет, спасибо за вкусняшки, за такую всю красоту, просто очень красиво. Большой привет и идем дальше. И еще несколько видео приветов из писем. Помните, что распаковка будет в моем инстаграме, ссылка на инстаграм в описании под этим видео, как и ссылка на мой канал о питомцев, кстати, там тоже ролики выходят почти каждый день. Итак, здесь у нас письмо от Захарченко Ангелины, Краснодарский край. Привет, Ангелина. Дальше Ярик Амай Мищенко, Днепр. Вау, привет большой. Также письмо от Юлии С. из Московской области, Электросталь. Я знаю, многим из вас очень приятно слышать названия тех городов, в которых вы живете. Если есть такое совпадение, обязательно пишите в комментах. Десятникова Полина, Белгородская область, город Старый Оскол. Привет! Также Глупченко Екатерина, Амурская область, Благовещенск. Привет большой! Ну что, к письмам вернемся еще позже в этом ролике и продолжим сейчас распаковку посылок. И посылочка, которая следующая у нас здесь идет, от Кочергиной Сабрины Олеговны. Город Калуга. Коробочка сложнее всего отгадывать. Что? Что-то перемещается, мне кажется, что-то положили в коробочку для уплотнения, чтобы, может быть, не побилось, но особо не бултыхается. Ну, сложно сказать. Открываем. Ой. Так, ой. Вечеринка. Значит, такая штука, которая для чирлидеров. Подпишись на LED. И у меня таких никогда не было. Дальше смотрим. Так, здесь есть какая-то записка. Здесь девочку зовут Сабрина. Она живет в городе Калуга. У нее 2 хомяка есть. Вот так вот. У меня почти у всех моих подписчиков есть какие-то питомцы, потому что у меня есть канал о питомцах. Ссылка на него, если что, в описании под этим видео. Вау! Это что? Ух ты! Смотрите, свечки. Ой! Так, здесь что-то интересное. Джин, имей совесть, ты меня закрываешь. Джина, ты меня закрываешь.
Спасибо. Первое, что здесь очень интересно, есть пакетик, написано «Витамины для Джерки». Это мой хомяк. Пол ложки в день. Спасибо большое за заботу. Ничего себе. Дальше здесь... О, это что? О, это типа украшение на шею. Как здорово, слушайте, спасибо большое. А еще здесь есть разные вот такие сердечки прикольные. Вот такие, смотрите. А-а-а, круто. Супер, есть резинка-пружинка, спасибо большое. Вау, сердечки прям такие аппетитно выглядящие. А еще здесь есть, знаете что? Браслетик с шармами, вот так-так. Мне прислали Пандору? Ничего себе, какие тут красивые шармы. Здесь цветок, потом переливающийся камень в виде кошачьего глаза фиолетовый. Еще тут какие-то есть штуки. Короче, такой вот фиолетовый, очень симпатичный браслет. Спасибо огромное, вау, просто. Такого мне еще никогда не присылали. Немножечко видео-приветов в письмах. Шипкова Алина, город Тамбов, большой привет. Антипова Лиза, город Кострома, привет. Республика Беларусь, Щербакова Анастасия, большой привет. Вот такие есть еще большие конверты из Украины. Семья Гел, Илона Владимировна, привет. И еще от неизвестного человека. Отправителя нет. Обязательно посмотрите распаковку писем в Инстаграме. Что здесь? Последняя посылочка. Вот такой пакет от Рыбниковой Тани из Республики Саха, Якутия, город Якутск. Очень далеко. Давайте же открывать, она очень тяжелая. Итак, собака моя уже туда лезет. Здесь очень много всего, надо прямо вынимать. Смотрим. Во-первых, есть игрушка для моей собаки. И еще одна игрушка для моей собаки. Джин, ну и у тебя там игрушки. А вот это уже для меня. Желе. Вишневое желе, чтобы я приготовила вкусняшку. Спасибо большое. О, прикольно, вишнево-малиновое. Есть еще также открытка «Поздравляем». С чем же меня тут поздравляют? Поздравляют с 8 марта. Джина, ты куда? Господи, что случилось? Короче, моя собака убежала. Продолжаем. Ну, собака есть собака. Она не сидит на месте. С чем же меня поздравляет? Во-первых, поздравляет с 8 марта. Спасибо большое. Некоторые посылочки у меня реально долго лежат, но ничего страшного. Абсолютно все они попадут рано или поздно в видео. И поздравляет с днем рождения. Но лучше поздно, чем никогда. Спасибо большое. Подписчица Таня. Еще также есть тетрадочка, написано «На Канары, только с тобой». Прикольно, очень хочу вновь поехать на Канары. Здесь есть маленький... Джина, пожалуйста, я снимаю. Если ты не в кадре, то не мешай хотя бы. Здесь есть маленький пакетик, в котором календарики, еще что-то очень интересненькое. На Джин не обращаем внимания, сейчас начнется какой-то экшен, наверное. Также рисунок вот такой симпатичный. Ух ты, это такие мультяшные персонажи. Здесь есть также раскраски антистресс. Спасибо большое, мне нравятся раскраски антистресс. Есть вот такой брелочек дельфинчик. Есть также... Что это? Это ручка! Это ручка-ромашка, которая трясется. Слушайте, очень прикольная ручка, забавная. Китики здесь. Черви. Какие-то черви в пакетике. Во-первых, для Джины вкусняшки. Ничего себе, такой набор. Все приклеено так жестко. Дальше здесь есть, кажется, этот... А, это минеральный камень для моего кролика и улиток. Дальше для Эльзы и Джерри вот такие вкусняшки. Помимо этого, травяные гранулы для Эльзы, моего кролика. Спасибо, травяные гранулы для Джерри. Для Немо Гамарус, спасибо. И Дафни. О, ничего себе, это вот целый набор еды для моих всех животных. Джина охраняет просто, ребят. Смотрите, сколько злости в такой маленькой собачке. Джин, у тебя с какашка вылетит. И здесь у меня письмо. Здравствуй, дорогая Элли, меня зовут Таня. Она живет в городе Якутск. Она начала смотреть мой канал недавно, но уже все видео пересмотрела. У меня два канала, если что. Вот так вот, Таня. А, начала смотреть мой канал с видео «Опускаю собаку в ванну первый раз». Да, было такое у меня видео на подсканале. Очень теплое письмо с пожеланиями в самом конце. Танечка, большое тебе спасибо за письмо. Очень приятно, посылка просто супер, большой тебе привет. А следующие видео с посылками выйдут на Pets канале. Ссылка на Pets канал в описании под этим видео. Подписывайся на мой канал и увидимся в новых роликах.